пройдемте к машине. Ой, скажите, пожалуйста, три звездочки, это вы кто? Старший лейтенант. Товарищ старший лейтенант, разрешите к вам обратиться. Слушайте, а я знаю, у меня, знаете, один такой знакомый, ему так вообще звездочки идут. Слушайте, человек, когда две звездочки, он сразу другую стомойку, правильно? Вот и... Значит так, вот ваша машина. А вот скорость, с которой вы ехали, превысили. Это моя машина. Да. Это моя машина, надо же. Ой, подождите, а это кто, я? Вы, но вы же за рулем. Это я? Какой ужас, слушайте, что это за прическа такая? На... Нет, стоп, давайте сделаем все по-иначе. Вы езжайте вперед, я за вами. Слушайте, ну я еще тут моргнула, тут не вообще не могу. Давайте все переснимем, пожалуйста. А, какой скорости я ехала? 150 километров. Все, я за вами, давайте. Выезжайте, я сразу вот так вот. Давай. Все, сейчас сделаем, сейчас вот так будет.